Синхронное плавание, или как его еще называют, балет на воде, с каждым годом становится все популярнее. Соревнования проходят третий раз. В этом году они приурочены к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. У нас проводится третий раз, и третий раз мы проводим этот турнир по обязательной программе, потому что даем возможность поучаствовать всем и маленьким самим деткам, которые делают у нас детские фигуры по дельфинику 1, дельфиник 2, и старшие фигуры. А также мы проводим соревнования по комбинированной программе, потому что считаем это более зрелищная, самая массовая программа в синхронном плавании. Участницы соревнуются в нескольких возрастных категориях – 13-15 лет и моложе. В программе комбинированные выступления, дуэты и обязательная программа. В этом году синхронистки Анапской спортивной школы «Виктория» одержали ряд ярких побед, в том числе и на первенстве Краснодарского края, а некоторые пополнили ряды краевой сборной. На этих соревнованиях они также выступили на высоте. Ходили на тренировки, силу подкачивали. Потом мы занимались хореографией, и у нас все получилось. Сначала мы просчитываем на суше, потом мы просчитываем на воде, на лестнице. Вот. Мы так досчитываем, каждую деталь по частям отрабатываем. По итогам состязаний анапская команда не оставила ни единого шанса своим соперникам. Весь пьедестал почета во всех программах заняли исключительно анапские спортсменки. Руслан Душевский, Анапа регион.